таракан, я кормлю его с руки, и он мне: Стасик, мой братан, сука, обними. Это свинение Бигова. Кстати, ну, сейчас проеду. Полуфабрикат, так приобрел я Азу. А, номер телефона. И домой аккуратно несу. А из-за прилавка, совсем не таяся, с огромным куском незаконного мяса выходит какая-то старая блядь. Кусок-то огромный, аж не приподнять. Ну ладно, бы еще в магазине служила, тогда ведь имеет права, заслужила. Это ведь огромная сущь, некрасивая. А я ведь поэт. Я ведь гордость России, я полдня простоял между чужими людьми, а счастье живет вот с такими блядьми. Происходит домашняя группа КПД. То есть в какой-то веке мы соберемся, сейчас разберем вечер черного юмора на 1 апреля. Вот, порепетируем в микрофон и все. Крепкий черный без сахара чай. Это как жизнь без любви. Говоря навсегда прощай, обратно уже не зови. Хлеб, который дают мусора. Это пайка твоя, преснота. А дальше я забыл. Очень многие стихотворения не помню на память. И очень много. Ну, короче, готовимся, домашняя группа КПЗ, готовимся к 1 апреля. Вечер черного юмора и поэзии у нас будет. Сейчас должны сесть, прописать это все, пока люди подтягиваются. Я не вправе вообще кого-то судить. Я могу по принципу обратной связи, я чувствую, когда ты, и мне бы хотелось дать что-то, но только по поводу конкретных поступков или написанных, но не о самом человеке. И тогда это работает. И то, что ты не удовлетворена, это хорошо, но оно твое, оно такое, какое есть. А чем больше... Не, мне смешно. Бушлатову понравилось, Гринчук сказал, что это просто чудо. Ну вот так. То есть люди есть, которым понравилось. Не, ну когда ходят, я, конечно, готова взбодриться и тряхнуть каким-нибудь песочком. А, нет, суть КПД в том, чтобы саморазвиваться посредством творчества и только для себя. То есть вот типично в центральном круге я и Бог, и нету больше никого. Не может принимать точное значение. Выбрали самых умнейших и интеллигентнейших поэтов. И начнется у нас наше выступление, откроет наш новый участник КПД, Ария Альгиз. Прошу любить и здравствовать. Я пою. Меня пожалуйста. Спроси, ребят, потише. Да, можно помолчать, ребята? Если вы не участвуете, то хотя бы не мешайте. И поешь только крикну ты, а ко мне об одном можно. Потрудеть, пости мне, только осторожно. Телефон отключи звуки и ключи положи в брюки. Не стучи, не кричи, тише. Мама спит, папа спит, но они все слышат. А, лето, а, лето, лето, а, а, лето, а, лето, лето, а. Тишина крашена черным, темнота, нагота, скрипы. А как можно сделать так, чтобы закрыли рты? Понятно, а-а-а, лето, а, лето, лето, а.
И тут ты выходишь и выдаешь. Подожди, у меня есть третья песня. Как раз вот в тему, если надо подготовить людей к Вите. Ария, подожди. Три песни эти, и потом после каждого выступающего ты с гитарой. Ты готова к такому? А может получить? Да. Готова? Да. Немного сразу. Первые три? Нет? Может перебивать ее чуть-чуть? А потом перебивки. Да, меня можно по одной. Всем не каждая. Все. Как это можно не хотеть кого-то выебать? А выебать лишь право можно только больному. Мне бакенбард напомнит о твоей пиздюганьке. А упс, мохнатый щекотал ее не раз. Ни два, ни три. Разогнали мы хуинами, которыми махали он кричал. Давайте же займемся Джозефинами, лишь по любви не капли прочла. Любовь у Сара очень кричат. Пропоже. Реали вы кота в пустой квартире. Вот так, что только было сразу нет. Ходили, звали, плакали в сортире, выманивали запахом котлет, на лестницу убежали в разных тапках, в распахнутом халате, в попыхах, зовя надрывно Кузю или Васю, а может быть маркизу де Фанфан, трясясь. И уже не жди. И хотя самбука невъебенно жжет, лучшие коктейли впереди.